благослови достояние Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя, сохрани, святилюбящий благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественной Той силой, не остави нас, уповающих на Тебя. Мир, мирови Твоему дару и Церкви Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть. Сходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славы, благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Святых священномучеников Панкратия, епископа Довременийского, священномученика Константина, пресвитера, святителя Федора, епископа Эдесского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, святых, их же и памятны не совершаем, святых и праведных Бога Отец, и Кимана, и всех святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в нынешнюю неделю, 8 по Святой Пятидесятнице, слышали известное повествование апостола-евангелиста, и оно встречается у всех остальных евангелистов также, о чудесном умножении двух рыб и пяти хлебов. И это чудесное умножение, чудо, сотворенное Христом, было таковым, что этим малым количеством накормили порядка 5000 человек.
Событие это происходило вскоре после казни, хронологически казни Иоанна Крестителя, когда ему усекли голову, и Христос молился, чтобы Бог, Отец, укрепил его несение, возложенное у него креста. И вот в это самое время за ним следовало очень множество народа. Конечно, он каждому уделял внимание. Иногда это внимание было столь долгим и столь пространным, что эти люди пребывали с ним в течение целого дня. Так и случилось на этот раз. Толпы народа окружали Христа, слушали его проповедь, слушали его наставления. И получилось так, что уже к вечеру день склонялся, и ученики подошли ко Христу и сказали о том, что народ голоден, ничего не ел целый день, слушал ваше слово, проповедь Христа слушал. Надо их отправить, чтобы они купили что-нибудь съестное, дабы могли здесь заночевать. И Христос говорит им, что не надо никуда их посылать, что мы имеем, какая пища у нас есть. Оказалось, что они имеют 2 рыбы и 5 хлебов. Это пища, которая вряд ли хватит на небольшую семью. Но тем не менее Господь благословил преломлять эту рыбу и этот хлеб. И по мере преломления и хлеб, и рыба приумножались. И когда накормили всех досыта, то еще осталось 12 коробов собранной пищи остатков, которые как бы каждому апостолу досталось. И вот это повествование, казалось бы, простое, но вместе с тем глубокого богословского содержания, говорит нам о том, что пищу, которую преподает нам Христос, прежде всего пищу, которой мы причащаемся, тело и кровь Христова, она преподается всем желающим, всем православным верующим, и она приумножается в каждом храме Русской Православной Церкви. И вместе с тем, те дары Господь, которые подает земле, урожай, который Он посылает, пшеницу, зерно, яблоки, груши, все, что мы собираем, это тоже произрастает из маленького семени, в конце концов, и превращается в большую старицу урожай. Казалось бы, простым человеческим умом это не постичь, этого не понять, но Господь творит это чудо, такое же, как вот это сотворили было чудо в умножении хлебов. И вот из этих 5000 человек, которые насытились этими дарами, не все, конечно же, из них остались в церкви, многие из них отпали от церкви, отошли от Христа, в то время еще церкви не было как таковой. И вот это чудо говорит нам о том, что и в наше время мы проповедуем, мы говорим, мы исповедуем, все у нас, казалось бы, имеется в полном достатке, и храмы, и священное писание, и иконы, и крестики, все что угодно, все преподается народу. Но народа прибавляется, но очень мало от того, что Слово Божие не все воспринимают. И многие, как и среди иудеев, присутствующих при этом, кушают пищу Господню и, к сожалению, не принимают ее до конца, а порой и являются открытыми гонителями Христа. Этого, конечно, нельзя допускать, и к этому с этим надо всячески бороться и приобщать православных людей, просто людей к храму Христова. Вместе с тем, все должно совершаться по Слову Божию, как уже сказал, осталось от этой приема пищи 12 коробов. Это как раз по числу 12 учеников, и оно напоминает всем тем, кто является священнослужителем, о том, что Слово Божие может приумножиться во стократ, если мы будем рьяно исполнять то, что повелел нам Господь, и все, что мы говорим, если будет наполнено Духом Святым, то, конечно же, это Слово Божие посеется в сердцах людей, и вместо 2 рыб и 5 рыб будет множество коробов, и 5000, как вы видели, оказались сытыми от этого большого хлеба и рыбы, которую преподал им Христос. Вместе с тем, смотря на пищу, мы понимаем, что пища была самая простая – хлеб и рыба. Даже сейчас я вот проезжаю по городу, иногда даже такие рестораны появились с названием «Рыба и хлеб» или «Хлеб и рыба», так и называется. Я не знаю, воспоминание этого события или какого-то другого, но тем не менее. И вы знаете, что простая пища, она всегда приятна и угодна нам, особенно когда мы такую пищу принимаем во время поста, мы рады и картошке простой, и хлебу. И когда мы, наоборот, имеем возможность кушать все, то привыкаем к разным деликатесам, изыскам, хорошо накрытому столу и так далее. А ведь вот эта трапеза Господня развивалась в природных условиях, на траве, на поляне, где не было ни вилок, ни официантов, ни света, ни подачи блюд и так далее и тому подобное, к чему, казалось бы, мы пытаемся приучить себя и приучить своих окружающих.
Все было просто и все было понятно. Вместе с тем, такая вкусная пища оказалась, потому что всякая еда, которая готовится в благословении, с молитвой, она всегда получается вкусная и прекрасная. И многие из вас, конечно же, были в монастырях, получили в поездках. И, наверное, вкушали братскую трапезу, трапезу, которая принадлежит паломникам. И она действительно является простой, вкусной и полезной, которая восполняет наши духовные и физические силы в первую очередь, что, собственно говоря, мы и преследуем. Вот и здесь также простая пища, и Господь к тому и призывает нас, чтобы мы эту простую пищу употребляли себе в питание. Вместе с тем, еще один момент я хотел бы отметить из этой притчи, что хлеба и рыба увеличились по мере их потребления, чтобы как можно меньше было остатков еды. К сожалению, сейчас, в настоящее время, мы пренебрегаем едой полностью, открываем что-то, выбрасываем, недоедаем, выбрасываем и так далее. И порой отходы составляют, наверное, больше половины из того, что человеку необходимо на потребу. А ведь надо понимать, что, может быть, это у нас все имеется, но есть люди, которые этого всего не испытывают. Такое же изобилие в питании у них нет такого. И поэтому, наверное, есть и те, кто нуждается в этом питании, рады будут порой куску хлеба. Хотя нам кажется, что все везде есть. На самом деле это, конечно же, все не так. И поэтому надо экономить пищу, бережно к ней относиться и не делать из этой пищи культ. Еще я хотел бы вам сказать о том, что на предстоящей седмице у нас знаменательное событие. 1030 лет со дня крещения Руси. Отмечается оно теперь у нас на память святого благоверного князя Владимира 28 июля. Это у нас будет суббота. Во всех храмах будет совершена торжественная божественная литургия. Будет оглашено послание святейшего патриарха Кирилла. Ну а центральное богослужение состоится в Кремле, на соборной площади Кремля, где будут участвовать множество духовенств. И потом состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру, к новому памятнику, который как раз сооружен при выезде из Кремля по правой стороне. Вы, наверное, все его, конечно же, видели. Вот таковы события, которые нас окружают в ближайшее время. И два праздника небольших на этой неделе. Святой равноапостольной княгини Ольги во вторник чтится, а в среду образ иконы Божией Матери именуют Троеручницы. Накануне этих праздников в нашем храме будет совершена вечерняя, утренняя с полилеем, и в самый день праздника одна божественная литургия. Храни вас всех Господь в праздник.